Пук у нас был или нечаянно? Пук был. Давайте вниз прыгайте первым, ну, кто там? Какой стать вообще первым, второй пух. Пойдемте все, кто со мной в рейде 10-2. Все, кто с тобой? А кто шаман? А. Шаман кому? Выше, ниже? Все, серьезно. Шаман. Есть. Док, псина. Пошел в жопу, а. Отливай отсюда. Все, вниз нахуй, бать. Насильно, ебать. Понял, короче, это атаки на нитзиро. Вот так вот. Алло, пес, иди отсюда. Вот, сразу видно, некультурный человек. Это пацаны, блять. Просветите, сколько там масло это ебаное стоит сейчас? Оно же на Ауке продается? 310 или 500, по-моему, 500, 500 на милликов. Нихуя. Да, блять, его сделать нахуй. У нас есть кто-нибудь, кто его делает? Сделать? Потому что оно по регам копейки. У нас, блять, все ГБ в масле просто, блядь. Да, да, а можно отсюда ловить? Серьезно? Хаос, чё? Ну, не понял, арстайл танк? Это мы там накрафтили штук по 30 того и того. Ясно, хау, я не могу воровать из ГУ. Дадите... Саня, этот, кто танк? Расставил или я? Да, расставил. Ну ты это, анхолик. Ты охуенный анхолик. Ну, все. Хау. Не, просто я уже танка прыгнул. Нау. А. Я хочу фласку на 100 ледяного змея. И масло. Да, дайте мне тоже масло, бутылек 5 зарядов или сколько там. Вот так вот сделаю, чтоб ты мне его дал. Кого там все сумолить, ебать? По 3000 раз. Да хуй знает, лок уже в инсте. Давай шкаф. Да все здесь уж. Шкаф да. Ебанул уже все тут. На тебе прос... О, просрочи. А сука, чё у нас мага нету, блядь? Блядь. Я чисто люблю... души. Чисто Судим. Просроченное масло дал. Просроченное? Да души. О, это заебись, чё? 5 зарядов. Один заряд, ты чё мне подсунул? Говорю, просроченная, блядь. Ты чё мне дал, слышишь? Так, сегодня репу, наверное, докачаю. А, хуй знает. Сколько там репы за кару, кто знает? А, мне 12 тысяч. Мало, братан, мало. Не получится. Ну, я сегодня только, наверное, для танка 40 чап так вот всё сделаю. Так, кушать. Готово. Чё, Малак, как дела у тебя, Малак? Включи микрофон, Малак. Ты обещал мне. Слушай, я включил. Ты не Малак, ты пиздобол. Я Малак. В смысле, ты Малак? Ну а кто я? Я рыбу поесть не могу. Так ты меня наебал, тебе 40 получается. Да нихуя мне, 15. Тебе 55. Пойдемте, еще не станем каждым. Все, ну не, я оставил. Давай, за работу. Ну, кольцо мне. Каска нет, да? СПД фласка сейчас дам. Ничего не. Тупо челу 55 лет, он говорит ему 15, блядь. Ну, в душе 15. Что, мне, выглядит 55. Я барабаны бафаюсь? Давай сейчас. У нас нет дарафана. Что-то жезл какой-то обоссанный у меня, блядь. Хоть бы дырка была, блядь. А у меня, блядь, рабяшка. Если этот кинжал он ролится, что, сыка? Ты забирай, похуй, у меня есть, блядь, посох. Блядь, я заебался с хила пуху бегать уже. Да понятно, блядь. Полетели. ПшНиков у нас, блядь, гильдия, то ни одного, то, блядь, 3000 на. Нихуя метки могу. Я лидер? Понял. Пацаны, вы под моей властью. Держу в курсе. Так мы коня уже убили. Мы убили коня, алло, блядь, били. Жеребца второго убил.
Ебаный трэш, 15 вас. От горожана, блядь. 5 часа, сука, его проходить. Арт, врубай тоже микрофон, побеседуй со мной. Как тебе лошади? Шаман. Лошади? Ну, блядь, нормально. Да, это шаман. Расскажи мне, как проехать на вторую шинку. Я не помню, там просто за кольцо куда-то надо заехать там. Не-не-не, тебе на планету нужно было наехать. А, да, на планету, подожди, а дальше куда там? Я забыл просто планету. Там потом авиатор будет. Ты, короче, едешь прямо, потом тебе направо 2 километра. Там его поворачиваешь налево. Ага. И там ты доезжаешь до планеты, только потом от планеты ты едешь налево. Планета какая, Земля? Нет, Марс. Марс. Есть космос, есть еще космос. Но до него там километров 15 ехать. Че за диалоги, нах? Ну это шиномонтажка, короче, мы выки, короче, ехали на шиномонтажку. Это вообще такой прикол. Нам надо было попасть на вторую шиномонтажку. А, точно, вспомнил, да, там колеса. Вспомнил, да? Коня ебашки хуесосил, о, бля, череп. Да, хуй же, мы здесь на шинку пытаемся доехать. Шика это вообще-то, блядь, Сантвинг Дашки, блядь. В смысле, он не знает, кто такая Шика, не пали ему. А ты чё ржёшь, блядь, на ходу? Я ржу? Я шизик просто. Шизик? Ты же на шинку хотел поехать? А ничего, что-то там стоит. На шинку. Поехали, шины починим, хау. А, шинка нахуй. Шиномонтажка, я понял, блядь. Всё, блядь. Я расшифровал нахуй данный сон. Один доехал. Я уже 2 раза приехал. Ребят, я доехал. Оставите меня вот тут, нахуй. Я 2 раза туда ездил, что-то не нашел путь. Что, сегодня арбалет мне на шамане упадет? Нет? Арбалет на шамана? Тебе нужен арбалет на шамана? А это куда? Да, я, сука, предыдущим, нахуй. Короче, лук и арбалет упали, нахуй. Как за ханта захожу, то мне щит вот этот падает. А, у тебя шхант. Это когда он заебись, у меня шмат и щит. Я так за Т4 хожу. Мне только хантеры одни падают из-за того, что хау в рейде. Ебать, заебись, тебе везет. Я не знаю, куда мне их девать. Хоть на шиномонтажку отдавай на ремонт. Да может Т4 тебе из них это как с куем, давай. Тащи их сюда. Ну если мне Т4 упадет. Но я боюсь его воровать там. Он малак, дед, 55 лет, чум-чум. Палка выебет тебя по хребтине. Ну я искренне верил, что малаку 15, но ему не 15, ему 55. Куда же двухпалые играют люди. В компьютерном клубе стигал как-то. Мужик с 2 пальцами вов ебашился нахуй. Ебать. Да. Я тоже знаю одного такого человека. Но я не буду показывать пальцы на него. Он среди нас, да? Да он среди нас. Так, пацаны, смотри, кто топ под ДПС ебашился. Да. Владимир отыграл. Нет, это конфиденциальная информация, просто ее нельзя разглашать. Да ебаные тотемы нахуй. Че думал, Ладомир в чате угугает, он мысли мои читает? Он на шинку, наверное, доехал. Да мне тут веселее становится, у меня уже 3 по этих клиентов, ёба. А тебе сегодня не надо на вторую шинку ехать, шаман?
Да, у меня этого еще заказа не было. Понял. Вон начальник уехал только туда. Понял. Это что, сейчас играешь на работе? Да, конечно, на работе. Он всегда на работе играет, ты что? А если тебе надо будет, типа, ну, по работе уйти куда-нибудь? АФК встанет? Ну, начальник отвалился. Ну, если на боссе, то я бортану его, если, блядь, если на трэше, то... Так. Если на трэше, то Даша, блядь, давай потеем, как говорится. Ну да, на трэше, то чё тут от Дулика, я думаю, в нём поверен. Может справиться, пацан. Это девочка. А, ну или девочка. Даш, ты тащи на вань на трэше. Ты справишься. Мы в тебя верим. Тебе новый шаман уверен тоже. Бля, мне кажется, мы медленно трэш бьем. А чё, они уже коня убили? Да нет, не знаю. Да там у Дога таблетка, если только пуляйте быстрее, и всё нахуй. Зачем? На коне можно Дог, один хил. Дог педальки юзает, я чекал. Бля, ну у них рейд там посильнее так. Кстати, да где ладно. Колдун? Где колдун? Нет? Чё там? Чё-то у нас отвалился кто-то. А Верн где? Волшебник у них там или чё? Не-не-не, а, волшебника нет. Ну, я первый раз волшебника не в игре увидел. Так я сам в шоке. Где ну, бухает человек. Бухает? Волшебник? Кого, сок? Не знаю. Где я вообще колдун? Я ему пишу в Дискорде, я ему пишу в ВК, его просто нет. Может, с ним что-то случилось? Поставь рыбку по фасту. А чё, падали? Или для мана? Мана нет. Я не ел рыбу. Ну нихуя. Так Гер стоит. Рыбу бы в заманку хавать, ебать. Да её не было, я не видел. Если... Здесь тремор нужен? Я чё не помню. Нет, это не Гер. Тут проклятие кидается, так что... Да, это я почищу. Прыгай давай. Все на нахуй, не за проклятие, не за кидай. Куд драться. Полетели. Пуля расставил. Без ДПМ пуля. Арт. Давай, Геру. А у нас есть салада? Всё есть. Да, на поле точно бафать шупы? Незаметно. Чек и пожилой дамажит 10 тысяч на малаке. А здесь это очищение не работает на эти проклятия, правильно? Ну, блядь, наверное. Нет, только дискол работает. Ну, это тема очищения от ядов и от болезней. Проклятие у тебя талант должен быть в решении. Да, ну проклятие-то я сделал. Да я просто смотрю и думаю, блядь, это тема может прокать будет. Оставил, не, это ты вручную должен делать. Я так бы вообще ничего не делал. Это Дулька все делает за меня. Потому что мы жалкий сброд. Ты жалкий сброд, Хау. Пиздец. Обидно. Это он с уважением. Видишь, мне на его дебаф вообще похуй, у меня 16% меткости, блядь. Там дебаф 50%. Да похуй вообще. Так же.
ты что сделал? Хейт 16%. У меня 16% меткости при стене. Ты получается очень меткий. Я получается пиздец какой меткий. Самый меткий приз на Диком Западе. Чисто в туалет ходишь, не промахиваешься, да? Я промазываю, блядь. Еще раз промазываю. Похуй. Получается, что-то хуйня какая-то. Ну куда ты летаешь? Может кто-то подойдет ближе? Нахуй надо. В натуре нахуй надо. Не так надо. Да. Говнецо. Кстати, перчатки прикольные. Перчатки с трэша такие же самые примерно падают. Чисто на морали, на Blood Decan, если мораль не гей. У нас нормальный ДПС, как думаешь? Да хуй знает. Говно ебаное. Хуй не набрали, сейчас, потому сейчас что... Сейчас всю пачку собаки решил, да? Блядь. Одного спекните нахуй, его демона, будет нормально все у вас. У вас РДД пачка полностью. Нет демонов. У меня есть бесполезный. Малага спекните в демона, у него есть демон. Будет поменьше он ДПСить, но побольше будете ДПСить все вы. Поэтому на пулю, конечно. Став тотем на броню, а не на силу с земли. Хильте. Понимаю, чтоб этот красавчик сзади встал, тебя ни в цепуху ничего не закинет. Получается, чтоб этот красавчик. Хао, ты хил или не хил? Я ШП. А кто хил? Шаманы делают. А. Значит, кондёра сегодня не будет. Ты думаешь, что это... Он падает, когда я в хиле? Ну да. А ты что думал? Ты надамажишь на кондёр? Получается, он дамажит. Давай, чё? Если он упадет, ты мне еще хп перебьешь. Давай на этом, на копыте в босса поиграем, а кого-то одного поставим на АОЕ, на мораль, например, и ханта. Ты пояс шаману. Ты уверен? А чё, думаешь, два человека не завоешь? Я ж про шаман. А да, уверен. Ты завоешь? А ты за кого? Мы вчера лема собрали почти. Копыта. А. Похоже, это манекен, ребят, ты говоришь? Да там, блин, болезнями раскидают там все, блин. Ну, я про это и говорю. Там главное малого убить, и там урона не будет так много. Надо вот такие пачки собирать, блядь. Чтобы вот так зауешивать. Ой-ой-ой, пощадите. О, у меня приз умный сразу же ушел в эту грязь. О, слышь, дамаж тихого. Надо. А, не так, дамажится. Слышь, а, кастуй, дамажит. Стрелу хаоса, кастуй, я сейчас тебя так и стану, ебать. Ебанулишь, вообще, нахуй. Ты красавчик. Да не получилось. Ну, смотри, нихуя какая вещь падает. Оставь, говорит, туда. Катана не падает, и это плохо. Вот этот рез хочу. Почему я лидер, слышь, Хао? Че? Не хочешь? А у тебя ассист есть. Не, я хочу быть лидером, все, я лидер. Че, наверх? Где ты просто лидер? Проверил, есть у тебя ассист. Да, они уже наверх поднялись.
Пацаны, привет. Тихо, тихо. Танк, вылези оттуда, где ты там спрятался, бля. О, молодец. Откуда они, сука, бегут, ну? А, я думаю, что за хуйня? Где мой ДПС? А я при пестринке задобил. У, сук. Чем? Я пестринке задобил. Тринь для слабых. Что, еще пулемет? Что-то мало. А че мы, кстати, не как в прошлый раз, типа, вот эту половину комнаты почистили, а вторую не трогаем? Да, помочь с этой половиной. Она быстро устраивает. Так, все, тут рэп пускай. Так у нас никто не понял, братан. Пойдем просто бить босса. У нас мана нет. Кого? У меня пол ман. Попей на ману. Попью на ману. Че это? Пах. Ну он подул, я подул. Хоть такие типы. Давай, давай, иди пуляй, поехали. А чё, давайте взяли спак за... Давайте не обосрёмся, пацаны, это будет красивая победа. Давай, Геру, поехали. Тут там оно бёрнется, слышишь? Баронесса может. Давайте баронесса. Баронесса, это шипы, она ману жрет. Вернулся. А вы что, сегодня, еще сегодня куда-нибудь собираетесь? И коня. А, точно, точно. Че, а можно их пропустить, а на уню сходить? Да, я просто особенный, понимаешь? Мне как-то вешать. Кас, я тут бейси, но, ну, блядь. И въебал в меня бёрн. Петушара дырявый.
Откуда трэш пришел? Сзади. Потому что кто-то звездопад включил нахуй под этим балконом, они сверху кто спустились. Кто же это был? Или семя порчи, что-то из этого. Одно из двух нас постоянно. Дестрики не кастуют семя порчи, они не намажут. Есть такие, которые кастуют. Бездари на дестриках. У нас таких нету, у нас все нормальные ребята, знаешь. Ты повел, типа взял. Я возьму хиджаб. Хау, это тебе, да? Наверх. Забирай. Пусть дамажит много ДПС. Ну, мне немножко. Немножко мне из ПДшки режет. Но все же лучше, чем сам по 5, блядь. А че у тебя там? Крит МП5, да ты бисовый шикар, слушай. Ты критуешь и ману регенишь. Если я чарку сниму. Это ману сагрили. Это, а че можно? Че можно? Шамана забай какое-то говно, которое дамажит. Что? Да мне тут кто-то половину. Пуху типа хочешь или что? Покоряют ДПС трэш, кстати. Бегу. Так, мне еще тапки нужны с леди. Ну, с этой. Сделай. Мне запы нужны, которые ты у меня украл. Жезла. Это 4. Да забирай что. Они не упадут. Малак, тебе нужны запы? С девочки. Девы. Малак. Так же, как и мне нужны, понимаю. Ну жезла это 4, тебе точно не надо, да? О, пис. Что-то две скобочки скинул ты. Пожилая стесняшка. О, кстати, у него ничей на руки нет. Это удачно, мы взяли человека. Я вообще ни разу токен не видел на лока. В душе тебе 15, а не в душе. Так тебе 55. Душу у тебя 15 снизу. А вне душу 20. Куда? Да ему 55 лет, алло, малаку. Ну, деву, оперу. Он же дед. А чё, где вайпа на трэше, блядь? А чё, мы девочку не пойдем бить? Пойдём. Зачем мы... Ой-ой-ой, расставил, спаси, помоги. Хау, давай со вторым паком так же. Это не я. Не, ну скажешь, что это не ты. Ой, я сейчас умру. Даша, и Даша, идите. Даша, Даша. Пейте. А вот это закон тебе, да? О, вижу. Да сука ты нахуй. Ты Дашу не попросил тебя хилить. Мне даже питомца подняли, вы понимаете? По ХП имеешь, да? Угу. Да, это цепуха ебучая, блядь, не знаю, куда хилить. А, это не специально, ну это ясно. Ты смотри, у меня лидер рейда, я могу кикнуть. Смотри, я шаман, я могу тихо делать.
Могу где-то сдавать. Ну, обычно, а вы обычно в рейдах и нужно ебать, бля, чтобы геру сдавать. Так вот, я об этом говорю, здесь самое главное, моя, этот, моя роль геру чисто сдать. Да ты еще весь контент не проходил. Он даже на монтажке прошел больше, чем ты. Это есть такая хуйня. Просто пока я здесь сижу, ёба. 24 на 7 раз. Да? Да. Чисто шины и вов. Вся жизнь. Шине дыру сделал и ебашу-то. Конкубина бьём? Чего ешь? Да, где она вообще? Не вижу. А, нашёл. Я смотри, ты через пропасть пускаю, нахуй. Да, а вы ешь смысла, мне кажется, нет. Точно, да. Да вот с точкой залейте эту бабу. Я развяз на горы. Кстати, вы видели, какие у Локовского пета трусы сделали на Суфубе? А, там чисто красные стринги. Тебе интересно? Да, еще больше заманил меня. Я видел такого Лока демона этого с щитом. Ну, бес, так такой же почти и остался бесом. Не, он красным стал. А, да хуй знает, он вроде зеленый какой-то, блядь. Ну он был зеленый, а стал красным. Он зеленый светится из-за таланта, потому что там критует его и исцеляется. А-а-а, понял. Могущественный бес какой-то там талант. А Суккубе сделали красные трусы, HD-модельку, короче. А чё модельку? HD-модельку. Это чё? Это, короче, качество повысили. А, блядь, ну конечно, трусам-то нужно приглядеться-то. А как раньше были пиксели. Я-то думал, там, блядь, чем-нибудь типа 3D. Такое, спасибо. Ну 3D-то есть HD, она и так была 3D. Не, ты ж не в 2D играешь, правильно? Я имею в виду там качество, она прям вообще увеличили, как типа это. Нет, только трусы. Хорош, блин. Все в пикселях, нахуй, трусы HD, нахуй. А HQ трусы? Просто сиськи два кругляшка, нахуй, из Майнкрафта, блядь. В Майнкрафте есть кругляшки. Зато трусы, сука. Это кто так чихнул? Это типа кто-то чихнул? Да. Кто? Кто это чихнул? Я чё? Ты? Ты чихаешь как аниме-девка? Чё как аниме-девка? Только Суфу не говорите. Надо Суфу позвать реально. У меня моб идет драться со мной. Спасите. Арт, призрачный караульный меня бьет. Спасибо, Арт. О, который лиса. Это у тебя трансмут за бабки? Меня? Которая лиса. Ну вот, которая сзади всех трется. Это мышь, а не лиса. Да, это спринтер, ёба. Это спринтер. Да не за бабки, это за голду. А. Зачетники. Просто тоже, блядь, думаю, где на шманате трансмут замаять. Или на хантах там. Никто здесь не. Никто не ходит здесь под трансмутом. Под трансмутом? Все трансмуты, блядь, зажжут. Хаов под трансмутом поставил. Че ты ржаш? Слышь, под трансмутом сидит. Под трансмутом, блядь. Это какие-то, блядь, запретные вещества или что? Да. Незаконные, блядь. Этого воздуха шин, короче, выпивал. Трансмут. Жжённая резина, короче, вот этот трансмутом раз, ты видишь?
Здесь покрышку поджигаешь, заходишь в лофт. И просто ты как это попадаешь в лофт, ёба, все у тебя тут рядом. Сразу под транспорт остаешься. Поставь рыбу, я без мамы опять. Какая тебе рыба? Так жирный сидишь. Трику поменяют эту, которая поглощение. Но вещи-то себе не вешаешь. Хау-хау. Каски. А, ты бесполезный. Все. Я хотел ПС-ку, а ты бесполезный. Чё, блядь? Разъёбываю? Давай, сейчас летаю, РП. Погоди. Кто сдохнет, тот лох. Давайте не обострёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Сейчас поставь твой гердаш. Давай. Арт, в чем твоя проблема? Арт, арт! Лок, стоп, может, прогресс бросишь? Он нашел. Я скинул. Сразу. Бля, ну я же тебе говорил, Арт, сними тринку, ебать. Ты не слушаешься или что? Ну на нахуй, просто пол рейда похоронил. А кто ему щит? Кто ему щит кинул, ебать? Твой ты? Нет, нахуй это надо. Кто кинул щит? Че он там заберет, нет? А, это я кинул щит. Почему? Че, блять? А блять, где там? А че за хуйня? И выйдите, и выйдите, и выйдите, а че за бредка? Залупа какая-то, блядь. Это называется, блядь, висит поглощение на танке, нахуй, и она не сбивает покаяние с него, блядь. Ну так у него свой есть щиток, он свой, наверное, кинул. Не, ну он так много не обсудил. Да я повесил щиток почему-то, блядь, не буду привычку. Ну и да, и передний, и, блядь, что это такое? Так чушины меняешь или чё? Подбегите кто-то лестнице сзади. Это можно это, я в Пакистан полетел, ёба. Да давай, ебать. Напиши, как она. Нас резко стонул. Бля, вайпаться на 9, ну это просто... Ебить. Да выйду, это нужно суметь. Подбегите я сзади. Выйду сзади, резко. Шаман. А? Чё? Иди Войда сзади резни, вон там, он сзади девочки валяется. Это у шамана отправляется, да, знаю, это дело. Резни достал. Всё, резни. Я его прибежал. Ставьте рыбку. Вы на приколе? Давайте что меня, блядь. Ну что-то вот это в космос улетает, слышишь? Да нет, я в Пакистан лечу за новыми шинами. Говорят, они лучше прут. А ты на трансмуте уже? Ну я говорю, в Пакистан полетел, ты не слышишь? Понял. Став, ребавьте, став. Ты когда прилетишь, тоже трансмутом закинься. Поделиться, да, с вами? Да, ладно, договорились. Давайте по местам. Бля, мне поссать надо. А, ты щиток, не, щиток снимися тоже. Она не дамажит, я прохилил. Тут любой, тут, она, это кружится, ебать, дамажит вообще крапалина. Ну, мелизон вообще щитки не кидайте, пожалуйста. Все, давай, полетел, вроде, дружок. Блять, чё, всё занято, я ещё не вкурю, блять. Давайте не обострёмся, пацаны. Делай две минуты, когда... Это будет красивая победа. Пусть.
ЧБ, ты хули здесь стоишь, шаман? А кстати, а почему нельзя в окнах друг друга сидеть? Вон ЧБ этого места в противоположной стороне, где этот, блядь, где бассейн. Уже похуй. Блять, у меня КД еще, я не могу скинуть его. Не кастуй покаяние, да. Ты уже почти ебал ее тут все. Сука тупая. А если по этот под паралич речь под конец каста кинуть ШВД, она скинет его? Да. По идее. Ну ты же не знаешь, когда каста нет. Вообще не заебал. Ой, сука. Ясно, завтра не упали. Арсол, тебе шай надо? Я, короче, АФК, отойду на минуту. Спасать надо. Вижу, понял, надо. Блять, у нас нету даже 10% АП в миллизоне, я ахуя. Так ты ж как? Как здесь, блядь? Блять, я сейчас спекнусь, конечно, но это пиздец. Просто я удивлен, чтобы вы понимали мои негодование. Ну, так, не собрал бы лучше, не собрал бы. Дают бы. Что, Энхи, БДК дают и Хан. Да БДК всегда просто танчит, вот в чем дело оно. Ну, БДК залупа. Которая пиздато танчит, лучше всех. Танчит. Вообще шляпа ни о чем. Самый нужный пацан в каждом рейде, ну да ладно. Да, так-то он бесполезный, но танчит охуенно. Два бафа дает из стиля. То я могу в танке спикнуться, арестол вряд ли, как бы нормально. Ладно, забей, я один худ дамажить не буду, нихуя без бафов. Они только делают, боже. Ребят, слышите? Мы их обгоняем. Блин, надо поднажать нахуй еще. Но звездопад тут не надо. Поднажимайте так, что ли, ебать?
тоже запад выпил. Кто у нас уже, блядь, 30 соф или в рейде? Не, я просто не смотрел, как у нас ради соф. Поднажал, говорит. Чего не умирают? Они жить хотят. Ай! Снимите с меня. А здесь пацаны поднажимают. Да поебать, вырывайся еще. Поднажимаю, давай, поднажми. Вообще похуй, они нам пизды не дадут. Ай, блядь, душат. Поставьте метку, блядь, кого играем на хуще. Да вот, вот череп. Ага. Только он в меня играет, почему? Я не знаю почему. Он не сбрасывает игру. Вот он череп, пацаны. Ты слышал голос Малага в начале рейда? Сколько ему лет, как думаете? 15. Тысяча. Да, блядь, я серьезно спросил. Ну, до 8, до 80 дотянется, да. Ну, вот я тоже думал, 50-60, там где-то так. 15. Да 15, он всегда говорит, что 15. С недели не 15. На неделю 10, да? Ну... Вон Артстайлу 15 почти. Да ладно, я вообще вас первый раз услышал. Голос Малага? Интересно. Я? Угу. Шаман, да. Ты группируешь на диван. Перегруппируешь на диван? Че? Че? Иди, блядь, перегруппируйся на диван, да. Я тоже хочу перегруппироваться на диван. Орчи не хил, ничего себе. Я нахуй сдался вообще кому-то. Орчи я не хил. Ой, я его помню. Ты ему 100 хп дал, и он ливнул. Потому что он два раза Клагарда сыграл? Ну, а все... Кто там? Подожди, Пук Дракона, по-моему, говорил, что это я сыграл. Да, да, да. Да типа без, говорят. Бля, выведи. Блядь. Тебе видно, что типа ДТМ сыграл, но Пук Дракону все равно. Он обиделся, что я говорю, что вот, кот 2-3-4 помойка. Получается, вайпинг трэш. Бля, себе бежать, пиздец, ёбнешься просто. Там нет портала до девочки.
Где что, каждому боссу поставить? 20 порталов, блядь, 20 боссов, 20 порталов, блядь. Как в Ульдуаре. С трех сторон от босса, ебать, три портала, нахуй. Да, со спины. С севера, с юга, нахуй, с запада. С востока не будем, блядь, потому что там солнце всходит, ебать. Потому что мы там, да? Всходит? Всходит, ебать. Как цветок, нахуй. Созревает. Восходит. Сходит. Заходит. Нет. Замечательно восходит. Ты там что, уже под трансмутом? Да вы под трансмутом, блядь. Под фласком. Если я под трансмутом буду, вы, блядь, молчать будете. Подрубай трансмут. Раньше, блядь, были соли, нахуй, пацаны, пивас в подъездах пили. Тут они под трансмутом, нахуй. 2021. Чисто пожилой. А что, вы не пошли на этот? А, вон его, ебать. Пал, да пал. Не, мы решили пойти на другого босса. Да ты на диван лег, нахуй, мы упали, блядь. Вот перегруппировался. Тоже перегруппировались, блядь, сначала инста бежим, блядь. Сгруппировались, ебать, и вайпнулись, нахуй. Двумя ногами вперед, блядь. А ну, интересно. Я заебался везде, сидел нахуй на этом ебучем стуле. Сколько противоположная десятка прошла, уже интересно. Теперь ты будешь оставшиеся полдня на диване сидеть. Ты 5 штук-то агри, но вот когда этот свет ебаный появляется, просто отведи. И сагришь к одной стене, а появится свет к другой, отведешь, и все. Полетел. Ну или топа дать. Лучше отвести нахуй этот топа, блядь. Ну на одну секунду. Хо драться. Мам, я уснул. Выдыхай, а то упадешь. Че сегодня, это 4 на квинмуна или на нечаянно упадет? На воин. Все токены в моем присутствии падают только на воин. Согласен. Когда хау в рейде тоже только на приста друида воина падают. Это как было в этой хуйне, как в Ульдуаре, блядь, воин-охотник-шаман. Тоже очко горелся, то не знаю, мне ни разу не дали токен с Ульдуара. А не, один раз мне дал хао штаны. Вот бы как чё вчера сплю? Все чисто токены на шамана бы отдали. Зато ты теперь шаман бисовый. Кого? У меня элем бисовый. А шаманы потом ливают с людей. Так ты рестор. Криори ревнул, потому что ему реально название не нравится. Он такой человек. Он, в смысле, прям ливнул, что ли? Да. Ну да. Да ну нахуй, блядь, ебать. Вчера в радио сидим, нахуя клевнул, извините. Ну ты серьезно, блядь, мне тоже не нравится. Название. Что нахуй? Какая разница, что там написано? Ну, да, это было нормально, да. Да, по-моему, все хау говорят. Звания крайне уебанские, конечно, ну ничего страшного, можно потерпеть. Я вообще капитан корабля. Прям крайне уебанские, ну да ладно. Ты хочешь быть подручным? Я тебе могу подручным взять. Не, подручным, шнырём нет, спасибо. Только ты так и называй, чё ты их подручный? Пиши шнырь, нахуй. Не соучастник, а подельник, нахуй. Шаха тогда уж сразу, блядь. Бля, такие вообще... Ну, вот шинка звания, блядь. Не боец, а пехотинец, пехота. Пахана найди. Это, блядь... Капитан это что, нахуй? Дайте лапу. Это терияки, капитан. Капитан. Дайте бафы по ДК. Я капитан корабля. Получается, это... Да. Лапу.
Лапу, дайте ему лапу уже кто-нибудь. Я ему каску дать. Каску? Рибафы. Рибафы 10%. Кто это? Чё там? Я что-то не понял, кто там. Красная шапочка, не? Да. Не, вряд ли, да? Трудного заебала. Блять, как она заебала, а? Это ведьма? Скоро же падает вообще. Ведьма? С ведьма? Ленточка, да, падает с этой хуйни. Лента с Джульетта. Ленточка со всех. Нет, лента падает с этого, со стороны ос. Леночка, ну, Леночка может упасть со всех. Ой, это красная шапочка, зимись. Красная шапочка. Ну тут жезл не падает, ну все ясно. Тут автомат мой падает, все, я договорился, будет автомат. Автомат? Все, я запускаю, лови. Ты что, террорист? Блядь, да еб твою мать, я боюсь. Герб. Сука. Это же из-за этой ебучей ленточки, нахуй, пол экрана светится потом. Правильно понимаю? Не. Это из-за Волонира, похоже, короче, Вульпера на хомяка в колесе. Да не, Волонир такую хуйню никогда не исполнял. Кого? На меня прокол Волонир, я тупо бегу хомяк в колесе. А, нихуя себе, казан, не, я другую тему не видел ни разу. Там шар, короче, такой появляется, как знаешь. Как реально у хомяка в клетке. Только надо клаву новую купить. Это клава подходит уже. Ебано сидеть сейчас или лежать. Почему череп на меня вешается, а шапка не на мне? Че за прикол? Это по кайфу. Просто по кайфу двигаться. Так я ж пугаюсь. Так я для этого и сделал этот прикол. О, нет! Ай! Пидораска ебаная! Бля, а чё он как... Чё? Вот эту пачку подвели его, нахуй. Ты видишь, череп на меня вешается, ты на меня повесил череп, и я на себя тихо. Да шо, тресни меня, я хочу побить. Я с ним ещё не говорю. Никуда ты не пойдешь, пидор жирный. Мы еще с тобой не закончили. О. А чё это, блядь? А это меня шот, он атак, но не трупутся. А почему он меня бьет? Лёд, ты бесит меня, нахуй. Потому что когда с шапкой выходит форма, он у него агро 0. Ну агро 0, ну сейчас ты можешь забрать его до сих пор? Шапочка 2 секунды. Одна. Шапка. Ничего не. Блять, декорации добежал. Я хуй знаю, зачем там водить, блядь. Че, места мало? Ну знаешь, я тоже так подумал, места мало и побежал вместо декорации. Ну не за декорациями, а тут спереди. Он меня убил. Спидел. Ну за декорацией хотя бы так, да выживаешь 100%. Ну, типа. Блять, перед декорацией бегал, вообще похуй было. Ну вот я перед декорацией умер. На нитро бутсах. Скорость замедленная, блядь. А нахуй нитро бутсы, блядь. Он бегает как калека, блядь, ты посмотри на него. Он странно вас убили. А, они перед нас зашли тут? Как мы вайпались дважды на фреше. Ну, мы на деве вайпались, ну. Мы прям одновременно, о. Сука. Посебушка. Кистевое. Падаем? Да. Кто-то за нидл, войд за нидл, ну ладно. О, кстати, я возьму вот эти, давайте. Штаны, кстати, прикольные. Так, я сейчас в био схожу. Беги, малышка, беги. Так, шаман, не потеряй меня. Самое заебись для совы. ДЦ. Так, ушел био.
цове самая заебись эта хуйня. Да там их скоро будет, там у всех все равно пузо будет. Вообще пух. Трэш пробежим на смотрителе. До смотрителя. Только надо не вайпаться в будущем. Где там портал? Надо не упасть. Чисто хочешь трэш пробежать на этих? Больших пидоров. А. СС. А, и сзади там его убить, да? СС. О, давай. Надо, давай, чтобы давай, лока как-то заломанит. Да. Два лока, короче, чтобы пробежали. И артстайл. На артстайла, наверное, этот самый СС, блять. И еще один лок с ССом на себя. А что хотите? Пробежать, Малак пробежать. На артстайла? Когда вот эти роботы будут ебаные, после смотрителя. А там в начале инста же ты все равно, когда будешь пулить смотрителя, там вот это, рядом с ним трэш бегает. Там два моба. Не? Да нет, бля, я про... Там, где книжки, квесты вот эти ебаные, бля, где большие элементали ходят, которые отражают у тебя магию, блядь, физуху, всякую залупу. Чтобы этих пидоров не бить, пробежать их можно. Ничего не понял, но флаг тебе в руки. Ну и попробуй, не знаю. Да я откуда знаю, как это артстайл? Ты не увой, да спрашивай у меня. Пошли, пуляй, залупай эту всю, блядь. Может, обгоним их. Этим ум? Ага. Ну это надо в будущем не падать, там после смотрителя все равно портал. И этот Арана убить, чтобы к нему портал открылся. Бля, где танк? А не понял, мы уже бежим или нет еще? Да. Мы еще идем, блядь, до смотрителя. После смотрителя этот трэш. Не, он имеет в виду больших вот этих роботов ебучих. После смотрителя именно, да, который да. На копыта, да? Да-да-да, и как взломанник просто пробегаем на копыта. Теперь понял я тебя, я просто думал, ты до смотрителя. А ты ебать на трансмуте нахуй на своем просто. Ну, по факту. Нихуя не это, не отдупляешь там. А этих мы заливаем или что? Этих, да, блядь. Так а ты тоже хау на трансмуте, походу, да? Я подорожный, получается. Под чем? Народ. С артстайлом. О, так это крепче еще, ты че гонишь? На трансмут переходи. Да остановись, давай зальем. Хильте его, блядь. Остановитесь! А куда что, где столовка? На работе. Без столовки скучно. Не уроните там.
Где мало? Трэш когда-нибудь кончится вообще, нет? У нас двое не бьет. Надо ГП Малагу дать. Как ГП давать? А я не умею ГП давать. Так, может, серьезно? Давайте я, может, в танка. Чё? Ну, типа, блин, Эмили хоста будет, я 10% АП. Ильзеву своего сорва. Ничего, а блядь, что в редрике будет? А ты не ФДК, что ли? Не, я АДК. В смысле, они тебя взяли анхоликом, чтобы ты их бафал, ты что, не понял? Да. Он только ШП бафает. Ну вот они, блядь, себе тебя для этого и взяли. Все, тебя понятно. Выдернули из того рейда, чтобы ты бафал этих двух белых. Двух белых. Вот где. Они там популярно объяснили Гавайю, что ты нужнее здесь, короче. Так там съесть, блядь. Я понял, все. Да хули два ШП, нахуй, не один же, блядь. Белые силы, блядь. Икс с красной мощью. А у Вильзевула есть же Т4, да, руки? Да, блядь, руки, 4 руки куска. Сразу, руки сразу терияки уходят автоматически. Кого? Они не выпадут, выпадут на приставе. Не, не выпадут. На воина будет руки, и голова будет на воина. Ну, так лишь на приставе. Вчера твинком хантоми шел, то все на вара упало. И голова, я вчера тоже сходил твинком. Кстати, знаешь, с кем... А, нет, ты не знаешь. Я вообще ни разу не видел руки этого на Войт. Может быть, кстати, плохо. Войт помнит. Войт, помнишь, Ленгпак был такой в этом, блядь, в иллюжинах? Да, да. Вот, в вот иллюжинах, он... В иллюжинах, без иллюжинов? Да, он вчера собирал этих, блядь. Он вчера собирал хражан. А какие у вас ники на иллюжинах? Блять, у него такой же Void там, только Defender там, еще какой-то, у него там персонажи пиздец. У меня был Хант там, Никитос. А это в Impossible из Nothing вы не были? Кого? Impossible из Nothing. Не, такой не был. Ну это, наверное, дед уже сам. Вот, Линкпак вчера собирал, нахуй, я с ним сходил, мы закрыли два токена Навара. Вчера. Ну да, вообще сейчас на варах все падают токены. И причем в каждом ебучем рейде я вижу только токены на ебучих варах. Так они чаще всего падают, меня не прохили, поздравляю, спасибо. Спасибо. Нечаянно, ты совершил ту же ошибку, что и я, ты отошел просто от хилов. А вот он зашел. Где там остальные все? Шаман, блядь, все. Шаман, он на шинке работает, он пошел колеса менять. Это типа нормальная практика. Скажи спасибо, что он не на боссе отошел. А зачем ты встала?